специальное предложение только сегодняшнего дня, в который включены сразу несколько предметов. Давайте знакомиться. Большая кастрюля объемом 6,1 литра. Чуть-чуть побольше кастрюлька 3,9 литра. Идеальный вариант для приготовления супов. И будут получаться они, как в русской печи. Очень вкусно, расскажем почему. Дальше. Кастрюля объемом 2,6 литра. Две маленькие кастрюльки объемом 1,9 литров. И сковорода, сотейник, форма для запекания. Также прилагается в комплекте 24 сантиметра в диаметре. И еще, смотрите, вы в комплекте также получаете вот такой набор. О, не бойтесь, все нормально. Да, мне очень нравится этот набор для специй. У меня дома такой есть на магнитной подставке, поэтому никогда не просыпите. Тоже в комплектации. Фритюрная сетка. Пара, специальная пароварка, тоже мы ее так называем, тоже в комплектации. Две бакелитовые подставки, набор ложки, поварешки, лопатки на специальной подставке, которые всегда будут у вас под рукой. Сейчас мы их покажем. И чоппер в подарок. Если вы успеваете дозвониться во время прямого эфира, мы гарантированно дарим вам вот такой презент. Чоппер! Кстати, давай покажем, как им пользоваться. Друзья мои, самое интересное, что вы легко можете измельчить, например, вот такую вот зелень. Смотрите, вы выкладываете и начинаете готовить. Итак, разбираемся. Самое главное преимущество, то, что этот набор многофункциональный. Так. Его можно использовать на всех видах плит и даже в духовом шкафу. Одно из преимуществ – это пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно с эффектом настоящего глиняного горшка. То есть можно томить, как прямо в печках. Прекрасно, друзья, это все целый комплект для вас. С бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации и с максимальной скидкой 2800 рублей. Вы экономите прямо сейчас, успеете заказать самые выгодные предложения дня. Итак, ну что? Ну что, посмотри, картошка какая. Вот единое целое. А почему она не разваливается вообще? Когда в 90-е годы, я сейчас помню, май 93-го года, обычно невозможно было найти именно такую посуду. Потому что часто для ресторан покупали именно подделки. Здесь, когда мы заказали этот набор посуды, это идеальное решение. Только такие блюда готовят настоящие шеф-повара. Вы взгляните, вся текстура именно получилась здесь. Структура овощей. При этом, друзья мои, смотрите, у нас картошка готова, но не развалилась, потому что эта посуда обладает пятислойным термоаккумулирующим капсульным дном. Где эти капсулы? Где они? Рассказываю. Первый слой у нас идет из нержавеющей стали. Второй слой у нас идет из алюминия. Что это нам дает? Рассказываю. Когда соприкасаются эти два правильных металла, происходит следующее. То, что экономит электроэнергию, быстрее нагревается и удерживает всю температуру, в отличие от другой посуды. Вот смотри, когда мы ставим на плиту обыкновенную нашу посуду, у нас идет правильная циркуляция. И никогда у вас не пригорит. Мы решили провести тест прямо в прямом эфире. Мы подготовили две ваши кастрюли, одна из нашего набора. Прекрасно. Слушай, ну многие сейчас подумают, например, вот эти две кастрюли вообще ничем не отличаются. Разве что только ручки отвалились и все. Слушай, ну просто рассказываю. Мы готовим здесь голубцы, причем везде одинаково мы их готовим. Смотрите, когда мы потушили их, казалось бы, они имеют целую форму и не развалились. Но что происходит в обычной посуде? Когда вы выкладываете, у вас происходит следующее. У вас посуда просто делает вот такую вот нехорошую ситуацию, когда приходится, смотрите, отмывать. Это пригорело, потому что эта посуда не имеет многослойного термоаккумулирующего капсульного дна. Так. Казалось бы, рядышком похоже. Но опять же, смотри, у меня тушится, но при этом у меня голубцы разваливаются. Это касается перца или картошка. Казалось бы, не совсем пригорело, но при этом у меня капустный лист отдельно, а здесь у меня овощи или рис отдельно. Ага. Плюс чуть-чуть также пригорело. Прекрасно. Друзья мои, смотрите, из нашего набора многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. Блауман, бельгийский бренд. Показываем, Оль. Смотрите, первый продукт, второй продукт. Мы его выкладываем. А теперь интрига, друзья мои. Смотрите, я выкладываю вот этот соус, который, как правило, обычно пригорает. Но что происходит? Здесь никогда ничего не пригорает, потому что в этих посудах нет многослойного капсульного дна, а здесь многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. Слушай, Олег, ну это здорово. Я, например, раньше, чтобы голубцы приготовить, я их завязывала веревочками, ну ниточками. Оказывается, этого не нужно делать, если взять правильную кастрюлю. Готовый комплект. Идеальное решение для вашей кухни. Здесь есть все абсолютно для того, чтобы выбросить все свои старые кастрюли и сковородки и заказать
заказать один набор, который все вам это заменит. В едином стиле. 27 предметов, 5-капсульное дно, 5999 рублей. Итак, вы усвоили урок? Мы узнали то, что это многослойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое равномерно распределяет тепло. Мы рассказали, что это многофункциональный набор посуды. Друзья мои, теперь переходим к металлу. Хромо-никелевое соединение. Оно абсолютно безопасно для вашего здоровья. Более того, этот металл даже рекомендован для приготовления детского питания. В качестве примера я хочу показать. В обыкновенном ковше я приготовил омлет. Ну-ка, Оль, подожди, подними свой ковш. Пожалуйста. Вот никогда не следишь за нашим столом. Потом пригорит же. Это идет... Это все в комплекте. Да-да-да. Друзья мои, смотрите, я показываю о металле. Посмотрите, выкладываю и показываю следующее. Мы приготовили омлет прямо в нашем ковше. Но взгляните, что у нас произошло. Мы приготовили его, и он у нас получился идеально воздушным. Смотрите, вот он. Посмотрите, как он идеально дышит. Он просто дышит. Вот что значит качество именно этого металла. Итак, давайте посмотрим, что такое хромоникелевое соединение. Хромоникелевое соединение – это металл, который защищается от коррозии. И блеск 10% – это никель. Что это нам дает? Во-первых, это безопасно для вашего здоровья. Раз. Второе – никогда не окисляется, когда мы готовим кисло-сладкие блюда. А теперь минуточку внимания. Да-да-да, мы взяли нашу посуду и взяли на рынке. Она абсолютно новая. Салфетку покажи. Чистая. Салфетки чистые. Чистая. Хотите узнать, руки. Что вы кушаете чистые. При помощи этой посуды? Угу. Оля, я попрошу, пожалуйста, протереть внутри очень хорошо. Я при помощи... Поехали. Ой, как могу. Протирай хорошо, так. Показывай. Ух, боже. Это попадает вместе с пищей к вам. А это хромоникелевая сталь абсолютно безопасна даже для детского питания. Это вы кушаете, и потом болеют у вас желудки. А здесь у вас такого не будет, потому что это бренд Blaumann. Хромоникелевая сталь, многослойная, термоаккумулирующая, капсульное дно. И это европейское качество, мне тоже это очень понравилось. Слушай, а сколько минимум лет европейское качество прослужило на кухне? Ну, вообще, срок службы без потери качества 10 лет. Класс, 10-летняя гарантия. Бренд Blaumann, цена только сегодня. Если вам надоели ваши кастрюли, которым вечно все пригорает, уже и готовить не хочется, выберите для себя новый набор. 27 предметов, 5999. Бесплатная доставка, самая выгодная цена и чоппер в подарок.